На территории Одинцовского городского округа можно сдать свою ель на переработку. И данная экоакция будет действовать до 15 февраля. Акция «Подари своей елке вторую жизнь» проходит в округе с 2018 года. В этот зимний сезон в муниципалитете открыто 11 пунктов приема новогодних деревьев для их дальнейшей переработки. Эта акция у нас проходит каждый год, и каждый год жители очень активно на это откликаются. В прошлом году мы собрали более 1500 елок, и надеюсь, что в этом году это число еще увеличится. Также хочется отметить, что места накопления у нас всегда располагаются рядом с контейнерными площадками. Распознать пункты приема довольно просто. У каждого есть ограждение и специальные баннеры. Один из таких расположен в Одинцове на улице Солнечной у дома 3. В этом году мы его первый раз организовали и видим, что сегодня, работая пункт 2 дня, он уже имеет популярность, на него уже складируют елки. Принести сюда свое новогоднее дерево можно круглосуточно. При этом елка должна быть без мишуры и игрушек. Далее ее отправят на пункт переработки и превратят в щепу, после чего используют для изготовления кормов для животных в качестве компоста, для удобрения деревьев, производства фанеры, для изготовления отдельных деталей на детских игровых площадках. Екатерина Крамер, Илья Павлов, телекомпания «Одинцово».